вынуждены были вызвать телевидение, так как уже у нас терпения нету из-за того, что антисанитария на улице, невыносимо пыль, этот чистый холодец вот идет, утром встаешь, везде пылище. Сейчас дожди начнутся, бедные дети будут в грязи ходить. Освещение у нас вообще даже времена застоя, я живу 40 с лишним здесь лет, даже ни одной лампочки нигде не было. Собирались люди, вот так как сегодня собрались, писали, каждый подписывали, ходили в акимат, но никто нам ничего не обещал и не давал никакого одобрения. Вот так мы и живем, как говорится, край богом забытый. Участок улиц Ведяшева и Луговая действительно забытый край. Несмотря на довольно большую протяженность улиц и густонаселенную территорию, дороги здесь не было никогда. О нормальном уличном освещении жителям тоже приходилось только мечтать. Самодельная установка приборов освещения привела только к штрафам. Неоднократное обращение жителей в акимат и к местным депутатам результатов так и не дало. Так и продолжает жить дальше. Глотают пыль, во время непогоды ходят по колено в грязи, да еще и в абсолютном мраке в темное время суток. Даже обычных ламп освещения здесь никогда не было, не говоря уже о современных светодиодных. Возмущены даже дети. Каждый поход в школу становится проблемой. Мне страшно за себя, потому что тут ходят пьяные мужики, и каждый раз возвращаться со школы вечером и в такой темноте, это страшно. И утром та же самая проблема. Нету нормальной дороги, поэтому мы каждый день надеваем свои резиновые сапоги до колен, потому что, ну, как сказать, грязно. Знаете, в белых колготках, а возвращаемся со школы просто в черных, потому что грязно. В отделе ЖКХ не скрывают, что в городе еще много улиц, где отсутствует дорожное покрытие. Ряд улиц в районе мясокомбината уже привели в порядок. На сегодняшний день в городе ведутся дорожные работы по 31 объекту. Но этого проблемного участка даже в списке предстоящих работ нет. Специалисты ЖКХ пообещали сделать заявку на финансирование ремонта дорог на улицах Ведяшева и Луговая. Проведение работ будут запрашивать на ближайшие 2 года. Пока же пообещали предпринять временные меры. Вопрос здесь как бы тоже финансирование. Если финансирование решится, будем делать в текущем году, как бы ШГС, щебеночно-гравийный смысл, у нас есть материал такой, хотя выровнять, ямы закрыть. А вот освещение на этих улицах должно появиться уже в текущем году, заявили специалисты. У нас как раз есть улица Луговая, Ведяшева, ставит старый, ну, который, она рабочая, фонарь, и будем ставить на такие улицы, которые вообще нет освещения. И когда вы это будете делать? В этом текущем году в планах есть. Вот как раз улица Луговая и улица Ведяшева. Марина Горбук, Нуруан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК 42.